Управляющие компании бывают разные. Об этом говорили на заседании правительства Московской области. Профильный рейтинг выявил 67 компаний, работа которых признана неудовлетворительной. Большое количество жалоб от жителей и проверки выявили много нарушений и порой бездействия. Поэтому губернатор принял достаточно жесткое решение. «Убирайте их, и чтобы духу их не было», – сказал Андрей Воробьев на заседании в Красногорске. Для собственников помещений, которыми управляют эти 67 компаний, проведут собрание по переизбранию организации. Еще одна важная для всех тема – здоровье. Диспансеризация, пусть медленно, но входит постепенно в привычку граждан. Бесплатно проверить свое здоровье можно раз в 3 года. О проведении единых дней диспансеризации рассказывают в средствах массовой информации. Ведется агитация. За этот год уже 650 тысяч человек прошли медицинское обследование. Из них 34% признаны практически здоровыми. У 51% обратившихся выявлены заболевания. Подобные обследования позволяют вовремя диагностировать различные заболевания и оказывать своевременную помощь. И в результате растет продолжительность и качество жизни населения. Напомним, что посетить специалистов можно не только в рабочие дни, но и в субботу. Единый день диспансеризации.